Телерадиокомпания ВВС хотела громкого скандала, телерадиокомпания ВВС его добилась. И теперь время пожинать плоды и собирать камни. Весьма спорный документальный двухсерийный фильм «Принцы и пресса» не понравился многим зрителям ВВС, в том числе и королевской семье. Уже после первой серии Букингемский дворец, Кларенс Хаус и Кенсингтонский дворец офиса Ее Величества Королевы Елизаветы II, Чарльза принца Уэльского и Уильяма. Герцога Кембриджского выпустили совместное заявление, в котором было сказано о необоснованно раздутых недостоверных претензиях, а первая часть фильма названа разочаровывающей. Вторую серию спешно перемонтировали, убрав оттуда все явно бездоказательные моменты, негативные для королевского семейства, но это не помогло. Сейчас проблемой у Амола Раджана, автора фильма, ВВС не торопится выпускать 5 запланированных им подкастов, в которых должен был обсуждаться фильм, и у самой телерадиокомпании. И только у королевской семьи все в порядке. Принц Уильям и Кейт Миддлтон отказались от трансляции BBC своего рождественского концерта Tonight Tonight, и это однозначно реакция на показ фильма «Принцы и пресса». Но поверьте, крупное королевское мероприятие от этого ничуть не пострадает. Несмотря на то, что громкий рождественский концерт, организованный герцогиней Кембриджской и поддержанный королевским фондом, был разработан совместно с BBC Studios Event, вместо этого он будет транслироваться на ITV. Герцог и герцогиня начнут съемки уже сегодня. Несколько странно одно. Именно компания ITV транслировала в Великобритании шоу Опры Уинфри, в котором приняли участие принц Гарри и Меган Маркл, и которое тоже не вызвало восторга королевской семьи. Может, ITV простили за то, что они хотя бы не производили это шоу. А вы что думаете? Пишите в комментариях. Пора смахнуть пыль с детектора лжи. Накануне вечером в сети появился анонс нового выпуска шоу известной американской журналистки Эллен ДеДженерес с участием Меган Маркл. Это стало приятной неожиданностью для поклонников герцогини Сассекской по всему миру, ведь она так редко дает интервью. А еще реже рассказывает о своей маленькой дочери Лилибет, которая появилась на свет в июне этого года. Для своей подруги Эллен ДеДженерес Меган решила сделать исключение. «У Лили сейчас прорезываются зубки», — отметила телеведущая, которая тесно общается с сассекскими в обычной жизни. После этой реплики Маркл, закрыв руками рот руками, произнесла, что-нибудь может облегчить это. «Текила». «Да что угодно», — предложила ДеДженерес. «Текила, это для тебя тетя Эллен», — парировала Меган с улыбкой. «Вот почему у меня нет детей», — поддержала шутку подруги Эллен. Во время беседы герцогиня Сассекская также вспомнила о первых шагах в кино и рассказала несколько забавных историй. В том числе о своем стареньком автомобиле, дверь которого не открывалась, и ей приходилось забираться внутрь через багажник. Поклонники Меган Маркл были взволнованы появлением своей любимицы в шоу, ведь в такой легкой и непринужденной атмосфере они не видели жену принца Гарри очень давно. «Меган такая красивая, я люблю тебя, Меган, моя королева», — пишут пользователи в соцсетях. Однако нашлись и те, кто раскритиковал появление герцогини Сассекской в программе «Эллен». Такой нарциссический кошмар. Ощущение, будто она замышляет свой следующий план. Ужасный человек. Помогите нам всем. Пора смахнуть пыль с детектора лжи, гневно отреагировали хейтеры, напомнив, что Меган мечтала вести частную и закрытую жизнь. При этом теперь сама же устраивает медийный цирк в стране с множеством папарацци, дает интервью своим богатым друзьям и добровольно делится подробностями своей личной жизни с миллионами людей. Дворцу это не понравилось. Герцогиня Кембриджская за 10-летний брак с королевским наследником принцем Уильямом привыкла быть в центре внимания и знает, как необходимо вести себя, находясь под прицелом многочисленных камер. Но когда-то все было совсем по-другому. На ранних этапах отношений между Кейт и Уильямом девушку часто преследовали папарацци, они даже дежурили возле ее квартиры, которую она снимала вместе со своей сестрой Пипой. И принцу это совсем не нравилось. В документальном фильме «Уильям и Кейт». «Слишком хорошо, чтобы быть правдой», вышедшем в 2020 году на британском Channel 5. Ряд королевских экспертов размышляли над одной фотографией, снятой в 2005 году, из-за которой принц Уильям и дворец пришли в ярость. Я помню, как ее сфотографировали в лондонском автобусе, едущем по Кингс-Роуд. Это поистине исторический кадр. На снимке та, которая в будущем станет нашей королевой, сидит в лондонском автобусе на нижнем ярусе. Дворцу это не понравилось, говорит корреспондент Daily Express Ричард Палмер в документальной картине. Кейт попала в объектив папарацци, когда ехала на собеседование. Но Уильяма это привело в негодование.
Он выступил с заявлением, в котором потребовал, чтобы ее оставили в покое. В октябре Кейт сфотографировали в автобусе по пути на собеседование. Конечно, нет разницы, где тебя сфотографировали в автобусе, на улице или в магазине вместе с матерью. Но на этот раз проблема заключалась в том, что фотограф следил за Кейт весь день, прокомментировала королевский эксперт Марсия Муди. Муди добавила, что после серьезного разговора с Кейт и ее отцом, Уильям распорядился направить в адрес редакторов лондонских изданий официальное требование не распространять подробности личной жизни своей девушки. Содержание письма осталось конфиденциальным, однако в 2007 году инсайдеры рассказывали The Telegraph, что Уильям был очень зол. Кейт, герцогиня Кембриджская, изучавшая историю искусства в университете, помимо своих основных королевских обязанностей, является покровителем музея Виктории и Альберта V&A, посетила лондонскую выставку Фаберже FABJ в Лондоне. От романтики до революции. На выставку герцогиня Кейт выбрала изысканный наряд в винтажном стиле. Стиль 70-х годов, она облачилась в красочную блузку с узором пейсли от американского дизайнера Ральф Лорен. Немного информации про выставку Фаберже в Лондоне. От романтики до революции. Яйца Фаберже – это серия ювелирных изделий фирмы Карла Фаберже в виде пасхальных яиц. Ее создали в 1885-1917 годах для российской императорской семьи и частных покупателей. Известно о создании 71 экземпляра, 52 из которых императорские. Некоторые предметы впервые демонстрируются в Великобритании. Статья на официальном сайте Лондонского музея с коллекцией выставки. Собранные из музеев России, США, Великобритании, Франции, а также из частных собраний, Кейт познакомил куратор экспозиции Киран Маккартни. В разговоре с журналистами она попозже отметила, что герцогиня пришла в восторге от уникальных предметов. Она постоянно повторяла, как они это сделали, сказал куратор выставки. Выставка демонстрирует более 200 предметов и дает обширное представление о творчестве Фаберже, его всемирно признанной компании и англо-русском характере его предприятия. Отметим, что среди экспонатов Фаберже в Лондоне. От романтики до революции, есть такие работы, как третье императорское пасхальное яйцо Фаберже, сделанное мастером в стиле Людовика XVI, по заказу Александра III, в качестве подарка супруге Марии Федоровне на Пасху в 1887 году. Известно, что именно этот экспонат было утеряно на долгие годы, и только в 2011 году было обнаружено американцем на блошином рынке. Купив его за 14 тысяч долларов, торговец металлом подозревал, что приобрел что-то уникальное и планировал переплавить. Но прежде чем кинуть купленный шедевр в плавильную печь, американец прочел статью с фотографиями в газете и узнал истинную ценность предмета. Экспонат вернулась в коллекцию, а американец проучил компенсацию. Правда, какое именно, неизвестно. Стоимость этого произведения ювелирного искусства оценивается в 33 миллиона долларов. Среди других экспонатов выставки в Лондонском музее яйцо «Московский Кремль» с музыкальной шкатулкой и яйцо «Александровский дворец», внутри которого находится модель дворца. Также в числе экспонатов входят три яйца Фаберже, которые на выставку предоставила королева Елизавета. Это яйцо колоннада, яйцо корзина цветов, яйцо мозаика. Во время визита Кейт, которая время от времени наклонялась, чтобы поближе рассмотреть выставленные предметы, была проинформирована о работах Фаберже и относительно неизвестном англо-русском характере его предприятия, единственный филиал которого находится за пределами России и открылся в Лондоне в 1903 году. Кейт сказала мистеру Маккарти «молодец» и попросила его передать ее благодарность его команде. «Честно говоря, я вообще не понимаю, чем так задело Меган Маркл и принца Гарри семейное обсуждение цвета кожи их будущих детей. Для любой семьи вполне нормально гадать, в кого ребятишки-то пойдут, особенно если речь идет о детях от смешанного с точки зрения расы или национальности брака. В конце концов, я и сама лично столкнулась с этим, когда выяснилось, что беременна. Семейство с обеих сторон гадало. Каким будет малыш, если папа волжский татарин, волосы пепельно-русые, кудрявые, глаза зеленые. А в маме вообще компот из русаков-старообрядцев с одной стороны и бабушки-еврейки с дедушкой-немцем с другой, волосы каштановые, а глаза точь-в-точь, как у папы будущего ребенка, зеленые. В итоге волосы мои, глаза бабушки с отцовской стороны, или прабабушки с моей, темно-карие, лицом вроде в меня, но улыбнется вылитый отец. Меня обсуждение не смущало, скорее веселило. Но я ж не Меган Маркл с ее страданиями по поводу бирасовости. Для герцогини Сассекской, по ее собственным заверениям,
Проблема ее полихромности стояла остро еще в школе, когда ее не принимали в компанию ни черные девочки, ни белые, ни девочки-азиатки. А затем и во времена, когда Меган пыталась строить карьеру в синематографе, она заявляла, что именно из-за того, что она ни черная, ни белая, режиссеры отказывали ей в ролях. Плохому танцору, как известно. У принца Гарри с момента знакомства с Меган Маркл, как известно, собственного мнения не было. И он полностью поддерживает супругу в ее расовых страданиях. Вот и в ток-шоу Опры Уинфри он подтвердил, что некто из королевской семьи расист. Этот неназванный королевский проявил и даже высказал вслух вполне оправданное любопытство. Какие детки получатся у Гарри и Меган? Какой удар по хрупкой психике герцога Сассекского и его измученной вечной проблемой не белые, не черные супруги? В своей новой книге американец Кристофер Андерсон, не путаем с Гансом Христианом, братья и жены. Внутри частной жизни Уильяма, Кейт, Гарри и Меган, утверждает, что принц Уильям попенял своему брату за то, что Гарри слишком остро реагирует на обсуждение цвета кожи его первенца Арчи. Собственно, если верить Кристоферу Андерсену, самого Арчи тогда еще и в проекте не было, поскольку потенциальный цвет его кожи обсуждался будущим дедушкой. Принцем Чарльзом с его супругой Камиллой в день помолвки Гарри и Меган, 27 ноября 2017 года. В интервью изданию US Weekly Кристофер Андерсон утверждает, это усложнило и без того очень сложную ситуацию. Я смог выяснить, как это было. В день помолвки Гарри и Меган, принц Чарльз беседовал за завтраком со своей женой и между делом сказал, как это сделал бы любой будущий дедушка и бабушка. Интересно, как будут выглядеть их дети, цвет волос, цвет глаз, цвет лица. Он говорил это с любовью, но проблема в том, что эти слова были неправильно истолкованы, искажены со временем королевскими помощниками, теми, кого принцесса Диана называла «люди в сером». Они превратили этот невинный разговор в нечто довольно неприятное, и именно в таком виде он стал известен Гарри. Гарри отреагировал очень эмоционально. Когда принц Уильям узнал об этом, он осудил брата, сказав, что не стоит так остро реагировать на подобные разговоры.